Так поступил заказ на выполнение копии картины французского художника 19 века Клода Дюбуфа. Картина называется «Сюрприз». Это женский портрет. Холст был выбран не случайно. Мы взяли хороший итальянский мелкозернистый льняной холст, грунтовался под нож и делала специально серая имприматура. Что касается самой картины, прежде всего, невероятно интересная поверхность самого холста, то, как художник работал с краской, то, как он работал с деталями, тонкость касаний, перепадов, теплохолодности, в общем, целый спектр нюансов. Это было и сложно, но с другой стороны и интересно изучить то, как художник увидел модель, то, как он прочувствовал. Итак, вот перед нами готовый результат. Копия картины закончена. Я работал над ней 3 месяца. И вот что самое интересное, что вызвало наибольшую сложность, это написание самого тела. Передать вот эту телесность, она у самого художника написана очень сложно, с фактурными мазками, которые затем пролессированы сверху разными оттенками. Вот. Также написание волос вызвало интерес. Это такое большое, казалось бы, темное пятно, но в нем, помимо вот этой всей мягкости, есть еще и такие тонкие мазочки, которые дают вот эту деталь, вот эту материальность. Вот. Ну, также сама глубина фона, вот это вот мерцание его, вот эти оттенки. Клод Дюбуф очень писал так сложно и мастерски, но мы постарались максимально приблизиться к оригиналу.